Ежедневно на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской работает тяжелая техника. Здесь с 8 октября идет строительство метро. Рабочие за это время демонтировали полотно на проезжей части, вырыли траншеи. За последнюю неделю здесь построили более 30 метров ливневой канализации и приступили к выносу водовода. Сейчас идет подготовительная работа к его присоединению. Укладываются футляры, проводятся строительно-монтажные работы. Параллельно переносятся телефонные и электрические кабели. На этом участке задача особенно важная. Здесь будет проходить стыковка действующего и нового тоннелей метрополитена. Как отмечают специалисты, работа идет с соблюдением графика. Строители планируют подготовить площадку за 39 дней и приступить непосредственно к возведению подземки. На Полевой мы планируем в ближайший месяц увеличить нашу строительную площадку до улицы Первомайская. Вот. А к концу ноября мы откроем движение через Полевую с стороны Ленинского улицы. Минимизации неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. На сегодняшнем совещании в мэрии, которое прошло с участием представителей метростроя, обсуждали схему организации движения на период строительных работ. Совещание провел первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Придерживаются первоначальной стратегии. После перекладки коммуникаций по улице Новосадовой будет полностью открыта одна полоса в сторону центра, со стороны Первомайской. Движение по ней будет уходить вправо на Полевую. Также могут открыть три полосы по улице Полевой, если следовать вверх от Галактионовской в сторону проспекта Ленина. Кроме того, откроется поворот с улицы Самарской на Полевую для движения к проспекту Ленина. В другой зоне метростроя, на перекрестке Галактионовской и Красноармейской, специалисты также продолжают вынос инженерных сетей. Мы обсуждали вопрос по Вилоновской, это по строительству водопроводной камеры на осевой, это тоже обсуждали. Мы обсуждали вопрос по рабочей, потому что там есть схема, надо будет выставить все знаки, где будет ограничение парковки и стоянки, где будет работать эвакуатор, потому что это тоже действительно надо будет. Мы обсуждали тему по части узла и вынос коммуникации уже на самом перекрестке Красноармейской и Галактионовской. Специалисты пришли к общему мнению. Перекрытие в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской не избежать. Но оно будет минимальным по времени – 3-4 дня. Это в основном затронет организацию движения трамваев. Ограничения планируется ввести в выходные дни. Но с какого времени – пока не решено. В ближайшее время подрядчик приступит непосредственно к строительству новой станции. Будет проведена разработка котлована для старта щита и проходки между Театральной и Алабинской. Тоннели пойдут во встречных направлениях. Предполагается, что монтаж щита начнется в первом квартале следующего года. Региональный заказчик и администрация областного центра, которые работают в тесном взаимодействии, стараются минимизировать неудобства для самарцев, связанные с временными ограничениями движения транспорта, и просят горожан отнестись к этому с пониманием. В будущем ввод в эксплуатацию станции Театральной значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. До музеев, театров и других культурных площадок можно будет добраться за 20-25 минут. Интервал движения поездов может сократиться до 7-8 минут. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.